Здравствуйте, дорогие друзья! Как дивно Господь заботится о сохранении святыни на земле. И все это ради нашего спасения. Взять, к примеру, честную главу святого Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. После того, как принял он неправедную казнь на перу царя Ирода, его главу забрала себе Иродиада, беззаконная жена этого царя. Почему беззаконная? Потому что Ирод взял ее себе в жены при ее живом супруге. Собственно, Иродиада и спросила убийство Иоанна Крестителя. И как была рада, когда ее дочь принесла на блюде главу ее обличителя. Что же она с ней сделала? Как говорят летописцы, тайно закопала ее на своем дворе. Казалось, все. Такая великая святыня потеряна для христиан навеки. Но не знала злобная царица, что даже под покровом самой темной ночи смотрит на нее всевидящий Господь, и что для него нет тайных мест. Служил у Ирода домоправитель. Его супругой была будущая мироносица Иоанна. Ей и открыл Бог то место, куда спрятала злая Иродиада честную главу Крестителя Господня. И вот точно так же под покровом ночи святая Иоанна выкопала эту святыню, положила ее в глиняный сосуд и погребла на горе Елеонской, той самой, откуда Господь потом вознесся к своему небесному Отцу. Прошло 2 века, и вот некий христианин по имени Иннокентий купил именно тот участок на Елеонской горе, где была погребена честная глава святого Предтечи. Копая ров, натолкнулся он на старинный глиняный сосуд. Открыв его, он обрел честную главу Иоанна Крестителя, хотя поначалу об этом и не догадывался. Однако затем Господь открыл ему, что это за святыня. Обрадовался Иннокентий и в то же время немного испугался. Ведь повсюду вокруг жили язычники. И случись с ним что, честная глава могла попасть в их руки. Поэтому, чувствуя приближение кончины, Иннокентий вернул эту святыню на прежнее место. Спустя еще столетие на престол вступил равноапостольный царь Константин, и гонения на христиан прекратились. Иерусалим стал главным местом паломничества. И вот 2 неких инока пришли туда, чтобы поклониться честному кресту Господню. Одному из них явился в сонном видении святой Предтеча, открыл то место, где погребена его глава, и повелел взять ее из земли. Но иноки эти оказались людьми неблагоговейными. Обретя столь великую святыню, они положили ее в грубый мешок из верблюжьей шкуры и дали ее нести одному благочестивому гончару из города Емеса. И тот, не ведая, что несет, спокойно шел и воспевал псалмы Богу. Ночью, когда остановились они на привал и иноки уснули, вдруг явился этому гончару сам святой Предтеча и сказал: «В этом мешке, который несешь ты, лежит моя честная глава. Посему беги от нерадивых спутников в свой город и храни мою главу со всей честью». От услышанного гончар едва не лишился чувств. С великим трепетом принес он святую главу в родной дом, почитал эту святыню с величайшим благоговением, и Господь благословил его очаг изобилием благ и духовной радостью. Долго пребывала честная глава Крестителя в городе Емеса. Попала она даже в руки еретиков ариан. Они опять закопали ее глубоко в землю, только чтобы не стала она достоянием православных христиан. И снова Господь нашел светильника веры, кому можно было открыть местонахождение честной главы. Им оказался праведный игумен Маркел. Ему тоже явился святой Предтеча и тихо сказал: «Следуй за звездой, которая пойдет перед тобой. Раскопай то место, куда приведет она тебя, и обрящешь меня». С трепетом вышел игумен Маркел из келья и увидел светлую звезду прямо перед собой.
звала она его куда-то вдаль. Сотворив крестное знамение, пошел праведный Маркел за звездой. И привела она его в пещеру, где была погребена честная глава святого Иоанна Крестителя. С благоговением и радостью внесли ее иноки в главный собор города. И еще долго эта великая святыня освящала Емесу и ее окрестности. А какова была радость людям? Ведь их заступником был великий Иоанн Предтеча, которого сам Господь нарек большим среди всех рожденных людей на земле. И многие жители той страны по молитвам святого Крестителя обрели свое спасение во Христе. А где спасение, там и вечная отрада, и несмолкаемый праздник. Я желаю вам всего самого доброго, и храни вас Господь, дорогие друзья. Из рожденных женами не восставал больший Иоанна Крестителя.